Всем привет! Пришел только с тренировки, и вот расслабляю мышцы новым перкуссионным пистолетом от фирмы Mutus. Сейчас расскажу вам про него. Штука очень полезная не только для спортсменов, да и вообще для всех людей. Если тем более у них есть какие-то боли в мышцах, в спине или в суставах особенно. Так что сегодня у меня на обзоре вот такой вот пистолет от Mutus фирмы, который очень крутой, хорошо собранный, с богатой комплектацией и удобным управлением. Такие пистолеты – это новейшая разработка в области массажа, поможет сделать ваше тело более здоровым, стройным или расслабленным. Используя вибрирующие пульсации и перкуссию, массажный пистолет поможет снять мышечные боли, разрушая узлы и увеличивая приток крови к мышцам, сократить время восстановления мышц после тренировок, избавляя ваше тело от молочной кислоты и других токсинов, и расслабить все тело. Ручной перкуссионный массажер выполнен в эргономичной форме в виде пистолета. Он комфортно сидит в руке, им удобно и легко пользоваться. Сам гаджет поставляется в кейсе, который в свою очередь в приятной информативной коробке. Внутри 6 разных насадок для различных групп мышц, пистолет, зарядное устройство, запасные уплотнительные кольца и инструкция. Управление элементарное и понятное, а сам пистолет легок и удобен. С помощью массажера можно облегчить боль в мягких тканях, скорее восстановить мышцы после занятий спортом. Он стимулирует рост мышц, улучшает кровообращение, а также лучше растягивает мышцы. Наибольшая польза – это быстрое расслабление мышц. С помощью массажера вы можете нажать прямо в область, где спазм и где чувствуете боль, и вибрационный массаж снимет болевые ощущения. Емкость батареи 3400 мАч. Частота ударов от 1200 до 3200 ударов в минуту. Работает гаджет очень тихо, и его легко взять с собой в дорогу или на соревнования. Внутри находятся оригинальные аккумуляторы LG на 3000 мАч. Работает до 7 часов, а заряжается за 2-3 часа. В массажере 5 скоростей, мощность 200 Вт. Массажером можно пользоваться как дома, так и на работе и на тренировке. Массажером можно обрабатывать себе, допустим, плечевые суставы, вернее не суставы, а мышцы. Мышцы на ногах, где хотите. Только я вас застерегаю, в области сердца, в области почек не работайте этим массажером, потому что, так сказать, ритм почечный и сердечный будет плохо влиять. В общем, возможно, будет некорректная работа этих органов, что очень важно. Также, что очень важно в работе с данным устройством, обратите внимание на ваши суставы, потому что тут есть, конечно, специальная насадка для суставов, но очень бережно работайте в этих местах, там, где у вас суставы, потому что этот массажер поступательными вот такими вот вибрационными движениями может выбить, грубо говоря, сустав, вот, и придать ему дополнительный ход, что, ну, как я понимаю, что крайне, ну, в общем, не нужно вам этого хода суставом добавлять, потому что они там плотно сидят, сустав, вот, ну, в своей структуре. Но пугаться не стоит, потому что если использовать пистолет с умом, то вы ни в коем случае себе не навредите. Очень хорошие насадки, вот, допустим, это мягкая насадка голова, она мягкая, как, допустим, как пенопластовая, ею очень хорошо работать. Также есть вот такие вот, допустим, насадки, это для чувствительной кожи, вот, они также очень хорошо прорабатывают ваши мышцы. Есть насадка, я своей девушке делал массаж спины, она просто кайфовала. То есть, если грамотно использовать это устройство, вот этот перкуссионный пистолет, то будет вам только он во благо. Но перед использованием я настоятельно рекомендую посмотреть ролики профессионалов, людей, которые занимаются массажом. Ну, если есть у вас специалист такой в вашем городе, обратиться к нему, чтобы он вам рассказал, какие мышцы нужно прорабатывать именно в вашем случае. Ну, допустим, вы пришли с тренировочки. Или на тренировочке. Вот вы побегали, там поприседали, взяли себе аккуратно, раз, проработали мышцу. То есть разогнали кровь, придали мышце эластичности, так скажем. Вот, аккуратненько, аккуратненько. То есть в этих местах вы не заостряете внимание. Вот вы именно работаете там, где мышцы. Также
вот раз аккуратненько. То есть массажер дает вибрацию, дает поступательные такие движения туда-назад, очень частые, и разгоняет кровь, разгоняет какие-то зажатости, вот расслабляет. Обычным массажом, когда вам будут делать массаж, будут разминаться только верхние мышцы. Вот, ну, то есть внутри, под верхними мышцами, скажем так, массажист обычно вам ничего не сделает. Он разомнет вам ногу и все. А те мышцы, которые зажаты у вас в середине, они не разработаются без вот такого вот пистолета. Также нельзя бить, вот забыл сказать, также нельзя бить непосредственно в саму кость. Кости этого не любят. Вот, это для мышц. Главное его предназначение — мышцы. Кости, нет, суставы. Ну, суставы нужно с осторожностью и специальными насадками. Какие-то хрящи также нужно проконсультироваться. Но если вам нужно для мышц, это вот именно то, что нужно. Также можно самому обработать, вот, допустим, мышцы спины, шеи. Ну, туда, куда вы можете достать. А достать можно им самому далеко, как вы видите. То есть терапия, грубо говоря, массажная терапия самому также, ну, возможно. Сами вы только себе, я так думаю, спину не помассажируете. 5 скоростей. Вот движение. Лупит он круто. И вот, кстати, 5-я скорость. Ох, отлично она разгоняет. Ох. То есть, действительно, гаджет очень годный. Его могу рекомендовать, собрано все хорошо, собрано все качественно. И если вы будете использовать его с умом, то, я думаю, будет вам только счастье, благо, вот, и радость. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, как вам такая вот штука, если она у вас есть, допустим, и что вы вообще думаете про такие вот пистолеты. Ну, а я, в свою очередь, реально могу рекомендовать, если вам он действительно нужен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.